Всем привет, с вами Bourbon Play, и мы будем проходить с вами игру Doom, все серии, скорее всего, без комментариев. То, что вы меня здесь видите, это не значит, что я буду что-то говорить. Я буду здесь просто так с вами, за компанию. Они — сама ярость. Жестокие, бесстрашные, неудержимые, беспощадные. Но ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь всех. Мы обязаны его сдержать. Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником Распресс не будет восстановлена. Здравствуйте. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Thank you.
След картридж, ну это понятно. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля, но уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска.
Краткая история. Наличие жидкой воды на планете было подтверждено еще в начале 21 века, но прошло еще столетие, прежде чем люди всерьез заинтересовались исследованием Марса. С открытием в 2095 году аргент разлома, межпространственного потока неочищенной аргентплазмы, заселение и бурение Марса появился практический смысл и необходимость перед лицом энергетического кризиса, угрожающего Земле. Однако изменения атмосферы и терраформирования Красной планеты оказались непосильной задачей для всех, кроме ОАК. Благодаря ее усердию, передовому промышлению и приверженности техническому прогрессу, в 2096 году МКБ на планете был построен первый аванпост для добычи аргентплазмы из разлома. Из плазмы с помощью фермионного переноса начала производиться аргент-энергия. Вскоре этот примечательный проект принес свои плоды. Аргент-комплекс стал основным источником энергии для Земли. Впервые попав в комплекс ОАК, вы, скорее всего, воспримете как должное атмосферу на поверхности планеты. Но нельзя забывать о том, что лишь несколько десятилетий назад Марс был неприветливой пустыней, непригодной для жизни. Несанкционированное исследование закрытых зон за пределами базы категорически запрещено. На безопасном расстоянии от базы проводится рискованный эксперимент. Ладно, не надо. На каждой карте есть две коррекционные фигурки морпеха. Каждая найденная фигурка открывает модель, которую можно просмотреть из меню коррекционные предметы.
бомба, короче. Типа таланты. Thank you.
виртуальный огонь. Арген, запитанный компенсированный автомат. При зарядке позволяет стрелку вести огонь по автоматический огонь. Еще тремя патронами буду стрелять, увлекаюсь. Thank you.
несчастных случаев. Да. Первая часть готова. Переходим на вторую. Вы вырвались из своей тюрьмы и отправились в бой с силами зла. Цикл начался заново. Чтобы выяснить источник демонического вторжения, подключитесь к спутнику связи из центра распределения ресурсов.